Всем привет, с вами Филипп и Макс. И мы по-прежнему проходим эту сраную долгую игру. Да. Остров мертвых. Да, Dead Island. Всегда путаю с игрой Dead Light, потому что название в конце, блин, одинаковое, что-то опять не сказал вот этот вот. Да, типа проходим. Да, ну вот как Максим и сказал, долгая сраная игра. Она очень долгая. Хорошо, что тут можно по городу сейчас тебе. А ты помнишь, что мы ему закрывали дверь? Да. Как ты пробрался, брата? Может, он умер, это привидение? Вот тут тоже вон можно перемещение быстро. Не, не будем. Мы как вас зафиксировали. Он сказал, нам надо туда сходить. И с чуваком поговорить. Каким? С тобой? Чё ты тоже, брата? С тобой? Да, с тобой. Я Джеймс. Ты меня не знаешь, но вот я тебя вряд ли когда забуду. У нас с Синамоем возникли некоторые разногласия. Он хотел остаться здесь и ждать помощи, а я хотел оттуда убраться к чертовой бабушке. Ну и смылся. Теперь мы хотим восстановить работу маяка. И нам пригодится твоя помощь. Помоги людям возле маяка. Чувак, не ладно, так достаточно от того. Не-не-не, давай я потом лучше. Лучше надежда. Запись, еще одна. Какая надежда, когда они все по-любому умрут? Странно. Занят ты сейчас. Тихо. Подозрительно тихо, и место выглядит заброшенным. Ужасно, если моего человека раскрыли. Я не могу пробиться. Но, надеюсь, с ним все в порядке. Так, дверь приоткрыта. Мистер Анома? Эй, есть тут кто-нибудь? Господи. О, боже. Повсюду кровь. Но тел не видно. Мистер Анома! Еще одно видео. Ой, еще одно аудиозапись прослушали, да? А у нас есть еще одно лучшее. Нет. Жалко. Очень. О, карту мы не видели еще. Но ни разу. Вот тут как все красиво, прям сверху. Там вот со спутника смотришь. Да. Ты хочешь на самом большом острове. Так, ладно, лучше нужно говорить с Дарвином. Где он у нас? А, это он там, не, это миссия. На маяке не хочу. Но буду выполнять пока те. В эфире. Найдите бонус. Нет, это тоже тут. Помогите людям из маяка тоже тут. Принесите Джинни ожерелье. Принесем точно. Поищите алмаз на бунгало, мужики или консьерж. Консьерж. Нет, туда мы не поедем, мы не сможем только. А мужику там помочь не надо, да? Не хочешь. О, кто? Великанула, да? Нет, мы пересаживаемся. Тут можно четвером играть, я так понял. Не зря ж тут сиденье 4 сделал. Ладно, ну говорят сюда. Он сидит. И здесь тут куча. Я бесполезно пиво. Да, все с собой приманили, да? Помнишь, что у нас в той серии было? Да. Мы помогли там двоим, да, только. Точнее, одному помог. Медику, да. А второму я ожерелье вот нашел.
Но мы его так и не донесли, потому что какая-то девушка там сказала, подвези меня к Лайкову, а то я вас рот. Не. Просто у меня муж какой-то зомбар, я его обосталась. Да. Да. Мы с тобой сидели с зомбар, как сидим на том даке. Они ржут, а мы даке. Наверняка многие же не знают, кто такие дети дальше. Но может многие снова. Чё-то я стал тихо говорить. О, давай кинем зомби. Подари ему. А! Дай закрою. Сокровище. Это чё, перзелон, что ли? Нет. Но. Так, получилось. Круто, ты скидал салфу. Еще одну папу. А, не совсем. Могу так поменять. Ладно, он еще один стоит. Даже двое. Что это, бугай? Не-не-не, я пойду. Это бугай? Да, его долго мочить. Помню, можно посмотреть первую серию, кто сейчас смотрит сразу же с третьей, либо со второй и начинает третью смотреть. Давай, смотрите первую. Сам. Ага. Ты будешь крамсать такого уровня. И мы играем за Нитро, есть там 4 персонажа. Кто смотрит, да? Назови, Максим, кто там? Логан, Сень, Парма и Зомби. Да, все персонажи. Господи, какой ужас. Как же меня достали эти полудохлые мертвяки, кто бы знал. Это ты, да? Макс Орги. Отправил вас искать? Не могу поверить, что эта сука отправила кого-то меня искать. Мир рушится прямо на глазах, и уж в последние часы я свою жену точно не хочу видеть. Слушайте, возьмите деньги или что угодно. Мне все это больше не нужно. И скажите ей, что я мертв. Поверьте мне, так будет лучше. Ладно, лучше. Попробуй. Блин, я это выбросил. Не-не-не. Куда бухал какие? Аптечка. Не себя взять. Больше признак. Куда? Да, чтобы не дрыхло тут в алкоголе. Осталось только одно. Нажраться в хлам и гулять так, как будто настал конец света. А он и так настал. Ладно. Покурил, если бы выпил. Уже давно начался конец света. Не. Она еще страшная, какая-то лысая почти. Звук прям мозг сверли. Угу. О, жердяй. Побегаем. Ах ты ж, блин. Нас тоже хотел убежать. Перекратил нас, он уже. 400 метров пишет. Ну офигели. Да, действительно, очень. Я там бугаю. Ты ярость можно использовать. Должна школу тратить. Все равно это не миссия. Опа. Как я перебежал. Да, да. Не идет за мной. Давно идет. Не идет. Да, самое тупое, что тут некоторые зомби могут не выйти из помещения с тобой. Так, надо еще поменять оружие. Весло. И теперь вот сюда. А то не хочу что-то тратить. И ножик. Да. И еще один бугат. Да вы смотритесь. Я не справлюсь. Пушку бугат. Да. Надо зрителям, наверное, хочется поговорить, как мы их сейчас убиваем. Да. Клаш матем. Что, помочь? Да, помогу. И что мне будет? Бабла? Ну, что? А. Твою мать.
Спасибо. Следующий. Можешь что-то? Можешь. Увеличить количество подбираемых денег. Вероятность превратить входящий урон в битву на свисте. С большей вероятностью привлечете внимание врагов. Повышает силу и урон для всего тупого оружия. Снижает расход у нас для тупого оружия. Повышает прочность тупого оружия. Ярость повышает неясно. Лучше все-таки вот это. Деньги больше лезут. А вот это никому не нужно, которое приманивает врагов. Вы с большой вероятностью привлечете внимание врагов. Двойник на свет. Я потом попробую чуть-чуть. Ну что значит что? Вот это дверь, без отказа. Вот тут. Их надо 3 раза прокачивать. Да. Че мне даже? Испытание завершено ходячим мертвецом. Даже фильм такой есть. Нет, ходячий мертвец. Зачем я выпиваю? Пить не ясно. Кучу себе. Опять за этот будет, да? Нет. Оно вообще странно. Да, застрял тут. Да, дурачок. Да где огромный? А, вон. А чё их так много стало? Да, огромный. Кольчко вообще в мире не так должно много быть. Другой ложкой. 17, там у нас 17. Пол лопату сейчас. Так, блядь. 0,6. Значит. Тун. Ну понятно. Да страшно, беззубый дядька. Тун. Тун. Слушайте. Вот. Жопа такого. Бежать чё очень много. А займ бы тут. Пожалуйста, не знаю, да, стой. Да хэ, да хэ, ой, я, да. Да. Обежим их, аниму. Блин, на масле скончается. Ай, вы знаете, там полно. Давай, давай, быстрее попадусь. Мы близко, брат мой, мы близко. А зомби тут тоже, не знаю. Да. Чё-то как-то, может, зрители расстроены, что мы их не убиваем, но... Да, ну в следующих выпусках будет. Да, ну вы не переключайтесь. Это мы просто не хотим сейчас просто на них тратить. Все оружие ломать. Никого. Сюрприз. Странно. Неожиданно. Никого нету, да? Странно как. Да. Чисто вы сразу сейчас молчите. А, да, мы же базу пришли. Конечно же, буду молчать. Молчанку играем? Вот это. Сейчас раз, ты миссии выполнил. Это и... Бедняга. Думал, он справится. Видимо, я ошибался. О, как быстро, но... Чё по поводу? Не знаю. Крепче оружие тупое, что ли? Да-да-да, лучше. Да, жаль, тут крутых оружий нету. Прочность. Тут... Надо прочность повысить. И ей дать. Да. Спасибо, ваш это... пошёл. Спасибо, 500 опыта. Ну, еще и фигнять. А взять не могу. Может, поменяем? На эту. Ну, да, на лопату. Собирай лопату. Она мне не нужна. А ты ничего не хочешь сказать? Страшно, тут. Ой, это тоже что-то хотят тестить. Дать. Ну, теперь эти ножи нам понадобятся, так что... О, у меня еще одни чеки открылись. Да. Наконец-то. Круто. Очень даже. Да. Потом удаю уже. С двумя оружиями ходить. И каждый... Когда ломается, подбирать новое или поменять в инвентаре. Ну,
Жаль, тут когда выбираешь оружие, займ продолжает на тебя идти, даже думать. Был 17, 20. Уже наш скоро потом заканчиваем. Ну не так вот. Так, ну давайте выполним еще одну миссию. И может закончим. Как вы бы. Поговорить, как это, возле маяка поговорите с Майком. Я где-то видел Мэгги. Она, походу, в маяке была, надо было ей с ней поговорить. Поговорите с Майком. Эти трупы начинают протухать. Чувствуешь? Не хочу. Нужно сжечь их. А он вздыхает в полной груди. Сделайте мне одолжение. Попробуйте принести... Немного бензина. А, окей. Ладонь, да. Да, это все, что я смог. А это недалеко идти ли? Нет. Так, где у нас тут? Найдите бензин, недалеко идти? 278 метров. Что, пойдем? Не очень мало, давай. Поедем. Мы с тобой нормальные люди. Не будем, уж скажем, до зомби драться, мы будем их давить. Да. Давай, где тут зомби? Я хочу давить. Кому? В этой игре ничего страшного должно. Вон как. Смешно. Да. Ну и рожа. Ну и рожа страшная немножко. Да. Ну блин, что-то. Им бы грима немножко. Человеческого, да? Да. Как она переворачивается. Что, надо, пошли вот. Тоже окружили. Еще пусть никуда едем. Да. Припарковались тут так вообще. Ты, блин, на шпи не проедешь. Не пройдешь, куда. Хотел с одним ходом. Вот это. Ну хер видно. Я приехал. Хоть как. А зомби там по-любому станет. Будем не надеяться на это, да? Не будем проверять. Эй, вы, подойдите к двери. А мы ему вот этой по лицу. На! Чё сразу не открыл? Когда видел, что мы едем. Вам нужен бензин. Увы, насосы не работают. Электричества нет, а генератор стоит на складе. Это через дверь, но главный вход туда закрыт. Возможно, туда можно влезть по-другому. Попробуйте через крышу. Идите с заднего двора, чтобы вас не заметили. И возьмите канистры. Когда заберетесь туда, включите генератор и наполните канистры. Мы будем ждать здесь. Трусы. Сейчас жутко опасно куда-то высовываться. Ладно, пойдем посмотрим. Трубы не будем морать, но он как раз стоит. О, на карте видно одного зомби. Да, внизу как раз, вот прям вот тут. Бить мне не нужно. А, сейчас мы его с палкой. Говно! Это кача? Да. Да, да, да. Открывайся, открывайся. Открывайся, открывайся. Давай, ты сможешь. Нет. Еще тут. А это не кача, да? Нет, это хорошо. Ты ему руку отрезал, что ли? Чувак, а где ты мою палочку отбросил? Это твоя рука? Иди подбери. Ладно, нет, он тогда возьмет трубу. Да, может, руку наконец присобачить. Так, а чё ж взять? Да, с палкой, походу.
Либо трубу поменяю. Да, труба крепче. Да. А что такое метла? Тоже поменяю. Одни трубы у нас. Ты чё встал? Не веришь, что... Не пугай так. Да я знал, что сейчас пододвинуть мне вечно просто. Но надо наоборот открыть. Так. И сейчас, небось, сюрприз будет. Отключил. Ладно, вот на этой машине поедем, на свете. Так, где канистра? Вот канистра. Так. А этот уверен, что не встанет? Ну, видишь, не встанет. Еще на тебя куча бежать дай. Да, ну там услышали, как заработал. Это фигня. Да, страх. Ты встал! Он все-таки встал. Куда? Ну надо как-то конечно забрать. О, один отвлекся. На нафиг. Так, одно кокнуло. Ну иди сюда, ты ж хочешь ням-ням-ням. Да, ну вкусно. Батарея. ЛМ 4000. Вот, бежит так. Говно. Ну, нифига он меня оттолкнул. Вот это прям хорошо так врезал. Долго подбежал, нет. Его еще наполнять надо. А я уже думал, забрать его надо. А, идет, идет, пошла, пошла. Я успею положить. И я, да, я сбил. Буду вновь. Да. Ну, сейчас мы доедем. И вот на этом закончим. И подвоем мышечки. Ну, хорошо, что в машине они вас достать не могут. Да. Или могут, мы еще не проверяли. Да. И проверить. Да, ну как-то не должны, наверное. Да. Замолчим. Как-то замолчим, блин. Хоть машина хоть что-то можно? Хоть чем-нибудь стрелять там. Пака, например, кинуть. Второй. Не скрывайся. Ух, ебать. Сейчас принесу комиссию. Да. И мы покажем вам, что будет дальше, а потом выглядеть. Спасибо, этого должно хватить. Кстати, я Майк. Я там тела снаружи. А, мы знаем, над тобой имя написано. Да. И нам сказали поговорить с Майком за Данида. Хорошо, что он только этим нюхал. Нас тут нету. А вдруг вирус передается через воздух? Да. Так, смотри, какую-то шпагу надо выпить. Ладно, вот она наверх. Чувак хочет нам что-то дать. Но. Надеюсь, не какую-нибудь хрень, как гвозди. Молот, молодца, ну чё. А взять не могу. Ладно, ладно, ладно. Мне чё лежал? На эту палку полез. Молотов как-никак полезный. Да, взорвёт кучу таких зомбиков. Либо справиться с главным большим боссом. Ну, он ещё новый игрок. Ради меня. И пойдём к нему, да? Не закончим, молодец. Посмотрим, что у нас тут.
Пока что мы в безопасности, но надо еще многое сделать. Ладно, всем пока, с вами был Филипп и Макс. Не забывайте нас смотреть, ставить лайки и комментировать еще. И подписывайтесь, пожалуйста, когда посмотрите хоть какую-нибудь серию. Всем спасибо, кто поставит лайки, а кто не поставит. Да, ладно, пофигу. Ну и всем пока-пока. Пока.